Прикоснуться к прошлому. Внучка последнего саратовского губернатора времен дореволюционной России посетила наш город. Елизавета Станиславская прилетела в Саратов из Франции, чтобы пройти по родной земле своего деда. Напомню, Сергей Тверской был назначен главой губернии в 1905 году. Именно при нем в Саратове был открыт крытый рынок и здание главпочтамта. В нашем городе внучка последнего губернатора посетила Парк Победы, где посмотрела музей трудовой и боевой славы. Ранее никто из потомков политического деятеля в нашем регионе не бывал. Я не знала, как приехать и как устроить. Я не знала никого в Саратове. И очень трудно. И я, в общем, я не хотела в Россию ехать. Я боялась, что буду разочарована.